Твери завершился этап всероссийской акции «Тест на ВИЧ-экспедиция-2019». В эти дни все желающие смогли анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, а также получить интересующую информацию о СПИДе. На торжественной церемонии закрытия побывал и наш корреспондент. Первым городом Тверского региона, куда прибыла всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция-2019», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации, стал Вышний Волочек. На протяжении нескольких дней акция перемещалась и в другие города Верхневолжья, такие как Кимры, Ржев, Торжок и, конечно же, Тверь. Все это направлено на раннее выявление, на расширение охвата тестирования и, соответственно, на повышение уровня информированности нашего населения о проблеме ВИЧ-инфекции, о том, какие способы профилактики существуют, о том, как себя защитить. В самых людных местах были организованы мобильные пункты тестирования, где все желающие могли анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, а также получить интересующую информацию о СПИДе. К сожалению, хотя мы живем в 21 веке, у нас еще остались очень серьезные заболевания, и ВИЧ-инфекция – это одна из таких серьезных инфекций. Большое количество людей, к сожалению, страдает этим заболеванием, но не знает. А достижения медицины сейчас достигли такого уровня, что при своевременном начале лечения эти люди могут достаточно долгое время жить, более того, особенно молодые, даже иметь здоровых детей. Это очень важно. В программе акции были и другие мероприятия, направленные на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Кроме этого тестирования, у нас еще была проведена конференция с сотрудниками первичного звена в качестве лекционного материала, что тоже очень важно. Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов поблагодарил всех участников акции за проведенную работу, подчеркнув важность таких мероприятий. И сам прошел тест на ВИЧ-инфекцию в припаркованном рядом с ДК мобильном пункте тестирования. Успешно. Акция «Тест на ВИЧ-экспедиция-2019», которая проводится уже второй год подряд, стартовала 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. В общем итоге она объединила 191 город и 40 регионов России. Тверской регион передал эстафету Калужской области.